Приветище, это Main Assembly. Мы переходим на новую локацию, точнее на новую площадку, где будут в нас пулять мечи. И нужно от них как-то уклоняться. В этом мире выживает сильнейший. Рекомендуем использовать прочный материал для защиты центрального блока от повреждений. Приготовьтесь носить удары жесткой судьбы и баскетбольных мячей. И не сдавайтесь. Ого. Ну давай пролетим вначале площадочку, посмотрим, что здесь вообще. Обалдеть. Боксерские вот эти вот штуки, которые могут нас сбить. Здесь у нас манекены стоят. Спортсмены какие-то. Вот они, баскетбольные мячи, которые будут нас пулять. Каска. Каска. А, это кипарик. И тут три звезды. Ну, короче, нам просто нужно проехать вот эту площадку. Полоса препятствий. Как я бы назвал это все. Тут у нас есть мячик. Его нужно, видимо, катить. Давай вначале почитаем, что за задание у нас есть. Пройдите через все контрольные точки, коснитесь всех манекенов, забейте гол футбольным мячом. О, то есть нам этот футбольный мяч нужен... Ну да, тут вот ворота. Тут не совсем парковка, это парковка в виде ворот. И нам туда нужно загнать мяч. Чито же! Чё мастерить-то будем? Давай зайдем в каталог. Нам сказали, что нам нужны прочные материалы. О, что это такое? Бампер. В течение некоторого времени защищает то, что находится за ним. Как насчет прикрепить его спереди просто полностью все? Кстати, я теперь не жалею, что у меня задняя часть это перед. Сюда можно нацепить сток всего. Надо вытянуть вот эту штуку. Вот сюда вытягиваем. Сделаем плоский зад. И просто нацепим сюда огромную кучу бамперов. Раз. Я надеюсь, что нас это как-то спасет. Просто переделывать сам КамАЗ из других материалов. Там есть металл, есть пластик, есть стекло. Можно было бы сделать его из металла, но мне просто лень переконструировать всю эту конструкцию. В принципе, тут уже неплохо. На саморезы прикрутили бампер. И, возможно, нас это как-то должно спасти. Что ж, давай попробуем. Вначале нам нужно вернуться, захватить мячик. Подожди, а где? А где бампер-то? Что за фигня? Почему у меня три бампера? Ну ладно, три так три. Видимо, больше нельзя. Да, с задним ходом у нас проблемки. Ну ничего. Берем мячик и покатили. Сейчас нас будут стрелять. Нам просто нужно как можно скорее... Ой-ой, блин! Мячик сам покатился. Я думаю, может он до ворот докатится? Самостоятельно. Ой-ой-ой, кажется, нас... Ой-ой, вот это мне прилетело. Нас начали пулять. Откуда стрелять-то? Фига себе, откуда прилетело, я даже не понял. Что нас задело? Да что ты будешь делать-то? Едем как можно скорее. Да, все не так-то просто. Знаешь что, может быть мы немножечко доработаем наш робот? У нас центр тяжести весь перемещен вперед из-за этих бамперов. Вот так вот у нас теперь выглядит КамАЗ. Сзади у нас типа турбины такие мощные. Значит, попробуем... О, да! Теперь поворотливость у нас лучше стала. Сбиваем сразу манекен. Давай, поехали, мяч. Поехали. Нам просто нужно... Ой-ой, надо бы, главное, не встать бы. Мячик прям закатывается к нам. Мячи полетели! Полетели мячи баскетбольные прямо в нас! И я сразу перевернулся. О-о-о! Нас сейчас тут нафиг вышибать будут конкретно. Садимся сразу в тачку. Где мячик футбольный? Куда он укатился? Мячик, ты где? Вон он в углу. Блин! Кажется, я что-то потерял. Какую-то детальку. Ух, мимо. Мячик футбольный поддели. Едем на скорости. Ай, блин! Пушки-то поворачиваются. Я думал, они не поворачиваются. Нифига, они еще и поворачиваются. Блин! Давай, вылазим, переворачиваем тачку. Короче, сбиваем пока манекены. Забираем флажки. Тачка уже совсем окончательно разваливается. Едем. Манекенов всех мы сбили. Нет, не всех. Еще двоих. Так. Короче, мне вначале просто нужно было проехаться, собрать все контрольные точки, манекенов. Там вот кепочки. Пожалуйста. Опа, последний манекен. Нет. В колес прилетело. Есть. Все. Перерождаемся. И теперь со спокойной душой просто доставляем футбольный мяч. А где, кстати, он? А где мячик?
Ой, где мячик? Я потерял мячик. Я могу доставить баскетбольный мячик. Капец. А, вон он футбольный, я нашел его. Сейчас заедем за ним. Вот тут он стоит. Где-то здесь он был. Видимо, в соседнем окне. Ёшки-матрешки. Блин, как бы мне теперь его отсюда вытащить? Давай, вытаскивайся. Есть. Выкатываем его сюда. О, здорово, почти-почти в ворота. Почти в ворота. Нам нужно туда. Да, блин. Футбольный мячик откинуло на самый назад. Это капец как не круто. Придется всю площадку заново проезжать. Ладно, попробуем сейчас это сделать по-быстрому. Бьем мяч. Нас перевернуло немножечко. Еще раз пинаем мяч. Только слегонца. Почти доехали. И я переворачиваюсь. Ну что ты будешь делать-то? Ай-яй-яй-яй-яй. Еще и баскетбольный мячик. Спасибо тебе. Все, едем. Едем, едем, едем. Ах, как хорошо. В бочину прилетело. Ну вот, вот, вот ворота. Просто осталось тихонечко подпнуть мячик. И мы пройдем. И гол! Зашибись. 3 звезды. Очуметь. Открыта деталь. Корона. Накидка с капюшоном. Это, видимо, одежда для дрона. И посох. Ого. Да, это все детали для дрона. Паркуемся. Наш трактор молодец. Пойдем посмотрим, что там по вещам. Что мы можем одеть. Итак, принцесса. Костюм принцессы есть. Болельщик еще появился. Ну, давай болельщиком теперь поиграем. Хоть и костюм не в полном комплекте, но кипарик нам подходит. А следующее испытание – это занос. Доберитесь до финиша, избежав боковых столкновений. В этих местах люди проводят профилактику своих корпусов и проводят ритуальные сражения. К сожалению, эти устройства представляют опасность для механики. Приложите максимум усилий. Давай, шпебисьбе. Вначале мы пролетим, посмотрим, как лучше все объехать. Блин, ну видишь, нас заставляет ехать по центру, чтобы собирать вот эти вот синие флажки. Потом сюда заехать. О, там что там, зайчики какие-то? А, пальчики. Типа все ништяк. 2 пальца вверх, контрольная точка. Ух, это будет потно. Ну ладно, давай попробуем сюда, знаешь, что пришпандорить? Амортизаторы. Ну вот они, амортизаторы. Я просто поставлю один вот сюда снизу. И посмотрим, смогу ли я его настроить. Вот, запчасти. Двигатель, двигатели, следы, ускорители. Ага. По запчастям, значит, амортизаторов нету. То есть контролировать мы их не можем. Давай тогда мы поставим вот сюда, вот на эти следы. Переключатель. Вот, переключатель. Делаем так, так. Линию вначале сюда. А потом это все, наверное, вот так вот будет выходить. Наверное. Когда выход А превышает порог состояния этого узла, переключается вход Б. То есть здесь надо сделать 2 входа. Это выход. Вот он вход. То есть получается здесь у нас Е, а когда порог превысит, у нас будет Q. Здесь мы просто ничего. Вот. А какой порог? Значение вкл 1, значение выкл 0,0, порог 0,5. Ладно, попробуем так, посмотрим, что получится. А амортизаторы можно убрать. Они нам пока не зачем. Так, нажимаем Е. Все работает отлично. Теперь не нужно кнопочку держать. Нам нужно взять разгончик и быстренько проехать. Я думаю, что... Нет, не сейчас. Вот сейчас. А, медленно, как я разгоняюсь и... Ух, проехали. А, мячики-то в нас пуляют. Блин, блин, как меня закрутило-то. Ай-яй-яй. Больно. Больно моему КамАЗу. О, 40 дамага нанесли. Зашибись, конечно. Ой-ой-ой, как меня тут шмантыляет-то. Вылазим, переворачиваем. Садимся и... Давай! Нитрушечка! Не подводи. Да блин, меня на поворотах переворачивать. Нужно боковины утяжелить. Черт возьми. О, разнесли КамАЗ. Возвращаемся на площадку конструирования. И нам нужно увеличить вот это расстояние. Чтобы у нас колесная база была больше. И нас как бы не перевешивала в разные стороны.
Ну, я думаю, что теперь. Ой, что-то с колесами не то. Что-то не то с колесами. Ну-ка, попробуем еще разок. Колесная база стала шире. А значит, нас теперь перевернуть должно быть сложнее. На, черт возьми. Оу! Прям в окно прилетело. Берем разгончик. Есть, проехали. Баскетбольный мячик мимо. Защибись. А, прям в лицо прилетело. Проезжаем. Да что ты будешь делать? Да как это тяжело. Не успели. Заново контрольную точку надо брать. Вперед, 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 вперед. Сколько всего нам поломали. Вот, блин. Ну, вон он, сзади, сзади. Сдулись. Понятно. Попытка номер два. Давай-ка мы попробуем объект. О, манекен. Как бы его сбить-то? Сейчас наша главная задача это все-таки пройти каким-то макаром контрольной точки. Каким-то, я не знаю, чудесным образом. Как здесь все сложно, капец. Просто когда ты врубаешь нитро, тачка становится неуправляемой. И тем более у нас мост не соответствует нашей колесной базе. Есть! Задели манекен и взяли шляпу или что там было. Я не помню уже. Сейчас попробуем задеть манекен. Готов. Я так полагаю, мне это нужно все за один заход сделать, что ли? Потому что все обнуляется. Как только я перезапускаю свой трактор. Капец. Манекен у нас слег. Вау-вау-вау-вау-вау-вау! Разломали трактор. Строим заново. Давай, например, сделаем здесь вот такую штуку. И здесь нарастим вот эти штуки. Посмотрим, поможет ли нам это. Ну-ка. Стой, 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 стой. Ух, как мячики летают. Давай, давай, давай. Мячик, блин. Чуши, так мне не фортить-то, а. Есть контакт. Разломали на две части его. Так, едем за следующим. Еще один манекен готов. Че, всех манекенов? Нет, еще один. Еще один манекен остался. Коснуться еще одного манекена. А где он может быть? Где и еще один манекен? Где же ты, маникюша? Вон он сидит, наверное. А, вон он! Он у нас вот тут, вот, где печатаем мы свой трактор, сидит. Засранец, спрятался как, а? Вот так вот, с меня хватит, он сказал нам. Я тоже так думаю, что с тебя хватит. Одна звезда у нас засчиталась. Теперь нужно преодолеть синие флажки. Что ж, погнали. Так. Тихо, 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 тихо. Ну нет, ну почему я перевернулся? Да что ты будешь делать-то? Главное, чтобы нас не разнесли нафиг. Мимо. Баскетбольный мяч мимо, но сейчас нам прилетит. О, да, давай вперед, 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 едем. Едем, едем, едем. Есть, есть контакт. Ой-ой, сейчас разнесет нас. Ой-ой, капец. Я не вижу, не вижу, куда, как. Кажется, мы в западне. Да, мы в западне, нам что-то там отломали. У нас нет колеса. Это сложно, это капец как сложно. Есть, спрыгнули. Но! Осталось перевернуться. Не перевернулись. Едем, 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 едем. Вот сюда нам нужно. Теперь. Ух, блин, тут будет жестко. Возвращаемся сюда и проезжаем этот флажок. Все! Наконец-то! Собрали все флажки. Это хорошо. Возвращаемся обратно. Теперь осталось контрольной точки проехать. Блин, это будет жопа. Контрольные точки это самое сложное. И нас сносят боксерские эти, как они, груши. Стоим. Газуем, газуем, газуем. Блин, почему? Короче, нужно переделать нам тягу. Срочно переделать. Погнали. Я думаю, нам это поможет. Пока стоим. Тяга, тяга, нет, рано. Тяга. О-о-о, в замес я попал. Очень долго разгоняюсь. Просто буксую на месте, и в меня прилетело прям в лобаш. Баскетбольный мячик еще прилетел, я врезаюсь в конус, и, короче, вообще у меня все шикардос. Спасибо, что подперли. Подпнули. Давай попробуем объехать просто это сбоку. Зачем я туда еду, наперед, не знаю. Раз. Два. Да спасибо вам за мячики. Объехать надо, объехать, объехать, объехать. Черт, не успел. Ай-яй-яй-яй-яй.
У меня уже пукан горит. Горит от всех вот этих вот вышибал. Но недаром испытание называется вышибалы. Да блин, ну почему я тут застрял? Проезжаем. Черт, вот этого мне еще не хватало. Есть! Спасибо, что сюда подпнули, но... Ну блин. Вот он. Черт, ну совсем же близко было. Ай, страсти накаляются. Просто избиение роботов. Проехали. Нифига себе. Давай. Ну, блин, последний. Да что такое? Только зуба. Я не буду это никак комментировать. Мячики баскетбольные, груши, спасибо тебе. Просто никаких шансов собрать все эти контрольные точки. Просто капец, это очень сложно. Но что ты вот будешь делать? Есть. Пока не перевернулись, пока держимся. Есть. Сюда. Есть. И все. Неужели все контрольные точки собраны? Обалдеть. С 66-го раза. Гоночные колеса XXL. Ну, блин, ну дали бы хотя бы звездочки собрать. Колеса для монстр трака. Ой, чума. Все. Собираем наш трактор заново и мчим в ворота. Ворота счастья. Обалдеть. Столько новых деталек. Просто осталось только заехать в ворота. Но, блин, ну почему под конец уже вот... Ладно, нам тут уже не нужно париться, что-то... Спасибо! Вы очень щедры. Еще отсюда и выбраться нужно каким-то макаром. Ой, ё-моё. Врубаем нитро. И врубил нитро и расшибся об свой же трактор. Ладно, там уже ничего нам не мешает. Поэтому на скорости заезжаем прямо в парковку. Есть! Ура! Я просто счастлив. Это такой нервяк сейчас был. Ты не представляешь. Если тебе понравилось Main Assembly, то с тебя лайк, подписочка, если ты еще не подписан, и твой крутой комментарий. А на этом все. Пока. Увидимся в следующем видео.